просыпайся, ты уже долго спишь. Ксюша, просыпайся. Трехлетняя Ксюша никак не может привыкнуть к тому, что к ней в палату постоянно приходят посторонние люди, дарят игрушки и сладости. Несколько дней назад подарили красивый стульчик и DVD-плеер. Судьба маленькой девочки не безразлична многим забайкальцам после того, как стало известно, что ей ампутировали обе голени. На операционный стол Ксюша попала по вине близких ее людей. Родной дядя запер Ксюшу, ее годовалую сестренку и братьев 4 и 5 лет в холодной бане на целый день. В итоге мальчики замерзли насмерть. Холод не навредил только годовалой малышке. А вот Ксюша получила серьезное обморожение. Конечностей. Безусловно, курс лечения не закончен. В дальнейшем мне понадобится длительный достаточно курс реабилитации и, конечно, протезирование будет ей необходимо также выполнить. Сегодня за Ксюшей ухаживает весь персонал ожогового отделения. Единственное, за что переживают врачи, это куда направят маленькую пациентку дальше. В родную семью, где все старшие пьют, Ксюше нельзя. Да, собственно, ее там и не ждут. За 3,5 недели родная мать ни разу не навестила Ксюшу. Она приходила только в кабинет врача за справкой на получение пособия. В дальнейшем там куда она пойдет? В дом инвалидов или в дом ребенка? У меня фото было, конечно. Хотелось бы, чтобы все забрала ее в семье. Да. Девочка хорошая, спать ложится, раздевает, переодевает, кормит. У тебя все сама, у нее свой будет. Да, и она в основном она убирается. Она очень чистоплотная девочка, сама кушает, себя вытерет, стол вытерет, все уберет. Уверена, что мир не без добрых людей, и в скором времени Ксюша обретет новую семью, где она узнает, что такое настоящая родительская любовь и забота.